Я хочу снять видео. Благодаря Сергею Григорьевичу и его супруге. Вот, я имею честь выпить вино из собственного винограда. Вот. Последний раз такое событие происходило, ну, наверное, лет 15 назад, минимум. Вот скажи, я такой додельник, да, что уже могу вино пить из своего винограда. Видно, что молодое вино. Да. Послевкусие зверское, просто. Ой, какая... Это действительно, Сергей Григорьевич, вы меня не обманываете? Нет, я тебе говорю, у меня там еще две банки стоит. Так, налей с собой бутылочку. Да, ну ладно. Вон бутылочку возьми, налей. А вон у меня там из-под пива есть. Просто класс. А самое главное, что меня поразило, какой цвет. Спасибо вам огромное.